Уважаемые зрители, вы слушаете фрагмент ролика. Полный ролик ищите на Дзене. Ссылки на Дзен в комментариях и в описании к ролику. Ну вот видите, ну вот вы молодец. Вот это адрес соответствует, да. Отлично. Вот, смотрите, по этому адресу вам приедет бригада и заменит ютик за бесплатно. Все. Вот, смотрите. Вот, смотрите, адрес я уточнил. То есть информацию мы уточнили. Мы составили заявление, то, что с вами мастер свяжется, да. И договориться на какое время, чтобы да. У вас не было никаких планов. Давайте номер очереди. Да, номер очереди утвердим, и пусть он подъезжает, да. И все будет нормально. Да. Согласен. Я вам направил ваш номер очереди, его всего лишь необходимо подтвердить. Вы от энергосбыта, да, сообщение? От энергосбыта, я надеюсь? Нет, смс-уведомление вам поступает, понятное дело, через госреестр. Как госреестр? От госреестра получают? Какой госреестр? ДИА? Какой не понимаю. Мы вас регистрируем в госреестр. На ДИА? Вы говорите? На ДИА где регистрируете? Госреестр. ДИА? Какой? Вы прикол тянете. Какой прикол? Вы что говорите-то? Вы какой-то госреестр вплетете, счетчики. Как чего? Совсем утупели. Вот видали, ребята, где ему обидно. А что тут обидного? Алло, счетчики. Алло. Алло. Я требую замены счетчика за государственный счет. Алло. Я требую. Счетчик требую заменить за государственный счет. Не все говорят, меняй сам, старый пень. А я хочу за счет государства. Я всю жизнь на него горбатился. Что мне, нельзя заменить хорошо. Счетчик, давайте, что ли? Давайте я вам поменяю. Давайте, подтягивайтесь. Куда я подтягиваться? Знаете куда? Вот знаете, есть это, Владимира Вернадского, там есть это, парковочный майданчик есть. И там рядом находится вот это... Да. Пузата хата, туда подтягивайтесь, мы там посидим и бащечек обсудим. Пузата хата, там ничего, горилка неплохая, пивас неплохой. А что ты слился? Ну что ты? Пузата хата хорошая, ты, шалман, что ты? Да ну тебя нафиг, невозможно. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемый абонент, вас компания Билайн. Билайн? Меня зовут Влад. Какой Билайн? Билайн. Откуда у меня Билайн? У меня Киевстар, вы чего, какой Билайн? С ума сошел? Какой Билайн? Я звоню вам на Билайн. Окончательный номер 5047. Ты с дуба рухнул? Ты чего? У меня Киевстар. Ты чего несешь-то? Какой Билайн? Куда звонишь? Эй, юноша. Я звоню вам на Билайн. Пидля, ты куда звонишь? Совсем дурак? О, ребята, вы видали новый вариантик? Страшно. Смотри, я просто... Да сейчас еще попробую. Алло. Алло. Да. Да, здравствуйте. Здрасте. Скажите, это Фролов Евгений Максимович? Ну, все зависит от того, кто есть вы. Подскажите, это вы или нет? Вы кто есть-то вообще? Это я оператор мобильной компании МТС. Мое имя Максим. Какой компании? Скажите, я называюсь МТС. А при чем здесь у меня телефон этот, LifeSell, при чем здесь? МТС какой-то. Зачем мне МТС? У меня LifeSell. Куда вы звоните? О, ребят, действует. Действует. О, советую всем тогда. Вот, грузите. Значит, смотрите, есть Киевстар, LifeSell и Водофон. Я не знаю, Starlink относится это. Вот я тут не буду врать. Они операторы или нет, не знаю. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Карина Сергеевна. Я могу ее услышать. Это Дмитрий Владимирович. А вы видели эту Карину? Вы Карину сегодня видели вообще? Нет. С ней разговаривать невозможно. Она не в мажах полностью. Почему? Да что почему? И я удивляюсь, почему. Не в мажах, с утра. Нервная такая. Да какая нервная, да? Бухая в доску. Что надо-то, скажите. Бухая? Ну, конечно, в доску. Не просто бухая, а в доску. Не знаю, что. Да, почему так напухала? Откуда мы знаем? Мы сами ничего не понимаем, отродясь не пила. А тут вот просто в умат. Так может ее кто-то бросил, может ее... Да может бросил, может вдарил кто. Я откуда знаю, если она вообще не в состоянии разговаривать. Вы скажите, что надо. Вот номер 8399 у нас тут с пацанами болтается.
что надо-то? Скажите, сделаю. Смотрите, какая ситуация. Нам поступило письмо из Министерства труда о том, что пересчитали ее трудовой стаж и обнаружили, что ей пересчитали полтора года. В общем... Да, в жизни не работал. Да какой трудовой стаж, она в жизни не работала. Не что? Работала? Да нет, за что он тогда пьет? В тумбочке, говорят, деньги берет. Но я тоже спрашиваю, на что ты бухаешь? Он говорит, я в тумбочке беру. Так кто же бы знали, мы сами в эту тумбочку бы лазили все. Знали бы, кто-то кладет, наверное. Черт, может, им там заводятся от сырости. Вы прям как в том анекдоте про тумбочку. Да? Какой анекдот? Деньги у шкафчики, кстати, не в тумбочке, а у шкафчики они сейчас чаще лежат. Она вот эту шкафчик лазит и достает там все время. Армадио. Шкафчик по-английски, по-итальянски армадио, чтобы вы знали на будущее. Армадио. Армадио, не арманио. Арманио это у вас пиджак от армадио. Армадио. Д, Армадио, да, вот. Это шкаф. Я запомнил, записал. Хорошо. Угу. Так вы этот... Чего? Нужно протрезвитие нужно. Да как? Ну смысл-то какой? Ну она опять добавит или похмелится, пусть уж лежит. Чего? Она хоть не трогает никого. Значит, там лежит. Там... Потом за пивом беги. А баллони нет нигде. Она галичину не пьет, только баллонь пьет. В общем, тут с ума сойдешь с ней, понимаешь? Она капризная, зараза. Она пшенично пьет там. Нет, она только оболонь пьет. А ее нету сейчас. Оболонь пьет? Хрен найдешь, да. Галичину не пьет, только оболонь пьет. А это какая? Она палова, ничего себе. Да. А пиво мягкое пьет? Нет, но только это оболонь или что покрепче. Вот она может рому накатить там. Но она всегда в меру, а сегодня я не знаю, что она набралась. Понятия не имею. Ну, кто ее обидел, тот звонил тоже, что-то ей говорил. Что-то продлевать какие-то картриджи, какие-то телефоны все ей норовили продлевать. Может, она просто, может, расстроилась, она запила. Шутка. Не продлили номер. Может, не знаю. А если скажи, что еще сейчас еще какой-нибудь адрес электронный пришлют с госуслуг, так она вообще повесится по пьяни. Не надо ее трогать лучше, пусть валяется. Ладно, оставь бабу в покое. Ладно, хорошо, не звони хорошо, больше хорошо, сюда, ладно, а то хорошо, отпустят тебя, не дай бог. Хорошо. Это я еще добрый, а пацаны, знаешь, какие грубые. Нахамят что-нибудь, я-то мягкий, я добрый. А пацаны опустят там тебе, и еще и Тиму нажалуются на тебя, скажут, что своим звонишь, скажут. Ну, все. Мы на Ломевке живем, если что, подтягивайся сам вечерком. Знаешь, где у нас этот парковочный майданчик есть такой неплохой там? Знаешь, скинешь на Вернадского. Да, я тебе на IP-телефонию аккуратно скину. Нормально. Да, хорошо. Ты дай мне свой этот, дай мне свой этот, как вот, ты вроде парень такой конкретный, дай мне свой этот WhatsApp-ик, я тебе скину. Заодно с ней познакомлюсь. Да этот номер IP-телефонии, это подставной номер. Ну что ты мне болтаешь-то, я же понимаю, что у тебя плюс 380. Давай, скажи мне этот, я тебя наберу. А я WhatsApp-ом не пользуюсь. Ну телегу давай, что ты? Не тупи, нормальный пацан. Ну давай телегу, я тебе скину геолокацию, поболтаем, посидим, оболонь попьем. Она очнется к тому времени. И как раз ей стаж подтянешь, она тебе все даст и... Она даст тебе банк ID, зайдешь в Дию, и там ее это все и заглушишь. Что-то. Не надо ее тут по госуслугам долбать. У нее нет госуслуг, она же бухает. Не звони больше сюда, ладно? Хорошо. Спасибо, братан. Все, давай. Хорошо. Отдыхай. Все, давай. Расслабься. Давай. Тиму привет там передай. Спасибо. Давай. Хорошо, давай. Ой, ребята, ну, я вот и дурака-то валяю, вот видите, они как наших людей. Ну, я надеюсь, что они все-таки ее после этого не тронут. Я очень на это надеюсь, очень. Мне кажется, что я сделал так, что они не будут ей звонить. Алло. Игорь Николаевич, здравствуйте. Вот эти. Коль, не шутите. Вас приветствую. Коль, не шутите. Здравствуйте. Вас приветствует салон обслуживания сотовой связи Т2. Да. Хотим вам напомнить, что у вас сегодня заканчивается срок обслуживания вашей сим-карты. Так. Подскажите мне, вы планируете продолжить пользоваться услугами нашего мобильного оператора? Я планирую, но есть одно «но». Боитесь же представить, какое? Нет, не страшно. Связанное с вами? Нет, совсем не страшно. А что вы так сразу бросаете-то? Я же нормально хотел вежливо сказать, без обид. Ну, пускай как-то сразу. Они иногда чувствуют, что это дука. Алло, добрый день. Добрый.
Да, оператор сотовой связи, Теле2, меня зовут Николай. Не знал. Ваш договор на обслуживание номера телефона сегодня закончился. Да. Будем продлевать или блокировать? Есть, но при одном условии будем продлевать, но условие одно только такое, я не знаю. Такое. Понимаете, мне должен тогда сотрудник быть, у него должна быть фамилия Никомуни. У вас есть такой сотрудник? Да, мы прород, мы... Какой? Никомуни, чтобы фамилия была, Никомуни. Ну, может, Прибалт или, может, с Африки. Нет, понимаете, Никомуни, у него должна быть фамилия, потому что когда код придет из Ускул, там будет написано Никомуни сообщить, понимаете? Мне нужно, чтобы Никомуни был человек, фамилию такую имел. И тогда мы продлим с вами. У вас такая, тогда будем продлевать, конечно, какие проблемы. Да. Раз вы Никомуни, то давайте. Вы Осигве Никомуни? Вы Осигве Никомуни или да. Мануэль? О, что-то слился. Я же вежливый, тебя же не обидел. Почему они такие обидчивые? Ранимые какие-то, нежные, прям какие-то. Ну, почему бы... Ну, ладно. Почему Ольга Борисовна, она знает, что говорит. Алло! Обрывают. Алло, здравствуйте. Ольга Борисовна. Ольга Борисовна к вам как-то очень по-доброму относится. Я как-то вас оправдываю, понимаете, говорит, что вот вы такие сякие, вы сразу прекращаете разговор. Алло. А мне кажется, вы не такие, вы хорошие. Вы можете говорить. Ну, когда... А все, нет, не может. Нет, Ольга Борисовна права. Если что-то запахло не так, надо швырнуть свой телефон и позвонить следующему. Правильно. Алло. Жанна Алексеевна, добрый день. Да. Управление социального фонда. Да, да. Что бы вы хотели? Нам поступило письмо. Ну, с кого? Нам поступило письмо. Светлана Алексеевна, это вы? Я. Хвораю я. Я хвораю. Сказал, что то... Светлана Алексеевна, это вы? Хвораю я, милый. Чудово. Плохо мне. Что я хотел? Что я хотел? Я понимаю, что вам плохо. Что я хотел? Нам пришло письмо. Мил, что я хотел? Нам пришло письмо из налоговой. Да. О перерасчете вашего трудового стажа. Вам не добавили 1.5 года в трудовую книгу. Чего это? А чего это? Коли я прийду до синів і я понимаю, но вы должны решить эту проблему. Вам засчитали 1.5 года в трудовую книжку. Як же воно ім'я? Ти що мені їм відповісти? Коли поправлюсь, рішу, поки хвораю. Я той, хто є. Так промовиш до синів Ізраїлю. Яхве послав мене. Я понимаю, что вы болеете, но на это все есть одна неделя. Погано мне, мил девушка, погано, погано мне, мил девушка, совсем погано. Что это ты? Девушки даже, это пожилой старушке даже навстречу не пойдет. Но тоже звонить больше не будет, 100%. Поставит там все, что там, там дно, она напишет, это дно, алло. Дякую, чудово. А ви звернули увагу, як Бог кликнув до Мойсея? Алло. Мойсея. Да. Чудово. Здрасте. Та, Бог звертається до людини по ім'ї. Меня зовут Максим, вас приветствует сотовый оператор. А, вот. Я напоминаю, что сегодня последний день пользования с номером телефона. Да, да, это правильно. Подскажите, вы номером дальнейшем планируете пользоваться или можем блокировать? Максим, мы тут сейчас перед вами тоже звонил этот Владислав от вас. Мы с ним тут заспорили, кто вот то, чего. Вот. Вы знаете, кто такой холодник, Максим? Да подождите вы, давайте по делу поговорим. Конечно, планирую. Вот звонил же перед вами Владиславу. Да опять, ну что же вы такой упертый? Ты говоришь, звонил Владиславу, мы с ним разговаривали. Выясняли. Я не спрашиваю Владислава, я вас спрашиваю, вы номер телефона звоните? Максим, ну Владиславу не смог продлить, а вы что ли сможете, Владиславу? Не смог, а вы сможете. Вы что, Максим, какой-то более перистый, что ли? Или у вас перья, что ли, ярче? Или вы кто? Или вы что, полупокер какой-то? А чем Владиславу-то хуже вас? Что ты заладил-то, как попугай? Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Поговори с человеком-то сначала, прежде чем продлить. Что ты бубнишь-то, а? Ты, перлик.
Ты пидлик, что ты бубнишь? Конечно, планирую. Давай поговорим сначала. Иначе не буду продлевать. А что ты отпугиваешь клиента, не разговариваешь с ним? Ты пидлик. Ты что клиентов разгоняешь? Под запись говорю, вот этот подонок разгоняет клиентов. Не оплачивайте ему звонок, этому холоднику. Он клиента отпугивает. Ты совсем дебил? Ты совсем дебил? Твоя фамилия что? Никомуне, что ли? Там же написано, никомуне только сообщить. Ты что, никомуна? Ты же пидлик-то. Пойди какой-нибудь Шевченко, Тараску тебе. Ты да, конечно, поступил. Тебя-то это не касается. Ты же поступил. Ну, с какой радости? Ты, Тараску, ты что, одурел, что ли? Ты совсем... Господи, ты боже мой, какой же ты извращенец. А ты по ночам вот это бубнишь, когда спать ложишься, да? Вот это? У тебя уже все это въелось, да? Вози, води что-нибудь, что не попади, введи, да и все. Все равно же тебя вздрючат за то, что ты придурок. И трубки не умеешь закрывать. И трубки не умеешь закрывать. И сидишь, вот это блеешь, без надежды ни на что. Пидлик, и пидлик глупый. Да вози, конечно, что кто тебе мешает. Води там пальцем, води пальцем по клавиатуре. И води, что не попади, скажи, а потом скажешь. Не получается у меня, нудный я очень. Не хотят мне ничего называть. Не похож ты на оператора. Ты похож на пидлика, на украинского. Не похож ты на оператора. Ну совсем, ну бывает, что похоже, а бывает, что не похоже. Ну, если человек не похож, если он не оператор, ну что теперь делать? Алло. Да, Владимир Валерьевич, здравствуйте. Ну, наконец. Алло. Ждал от вас звонка. Давай. Все, да? Сливунец, что ли? Ну, что ты, сливунец-то сразу. Вот когда человек со всей душой, он тебе сливунец устраивает. Ну, как? Не знаю. Как. Алло. Здравствуйте. А, здравствуйте. Подвес, ваш сотовый оператор Мегафон, меня зовут Михаил. Михаил. Хотим напомнить, что у вас сегодня истекает договор на обслуживание номера. Да, Михаил. Да, перед вами звонил этот, как его зовут? Владислав звонил перед вами. И мы с ним тут начали разговаривать. И друг друга никак понять не могли, понимаете? Черти что получилось. А вы не хотите, да, разговаривать? Вам что-то обидно немножко, да? Ну, несчастный мужик, а? Какой юноша несчастный, не хочет. Алло. Алло, Михаил Андреевич. Да? Связь была прервана с вами. Сами прервали? Нет. Я думаю, что это вы сбрасываете трубку и нагнетаете обстановку, чтобы создать нервозность. Нет. Ну как же нет? Нет. А да. Скорее всего, значит, была техническая ошибка. Нет, техническая неполадка. Это ваш психологический подход, хорошо. Я думаю. Хорошо. Думайте. Ничего хорошего в этом нету. Это вас не украшает. Что ж тут хорошего? 24-го року с 12.00 до 16.00 для вас працюватиме Тернопольский. А что у вас там на украинском говорит? Кто говорит? У вас, я слышу, у вас на заднем плане там на украинском разговаривают. Вы что, террорист? А вы куда звоните-то? А я Михаил Андреевич звоню. Куда? 345-18-20. На номер телефона? На какой? 10-5-40. С окончанием 70-70. Ну, а куда ты звонишь? Понимаешь, куда ты попал-то? Лошадь. Давай, куда? Ну, здесь Киевстар, оператор. Ты куда попал-то, придурок? Совсем отморозок, что ли? Сработало, вот эти террористы. Почему же, если человек слушает что-то на украинском языке, то он террорист? Ну, бред, ребята. У меня работает радио религиозное, называется Радио Мария. Все радио украинские, интернет-радио заглушены напрочь, ни одно не работает. А Радио Мария работает. Ну, это для создания атмосферы, чтобы вот такие задавали вопросы. Ну, нормально. А в чем, я не понимаю, почему бьюсь терроризм? Алло. Алло. Да. Татьяна Алексеевна, здравствуйте. Здрасте. Я могу быть Татьяна Алексеевна? Нет. Она не хочет ни с кем разговаривать.
А что, тебе не нравится? Ну, не хочет человек разговаривать, а ты сразу трубки кидаешь. Разговаривай сама, привет. Да что? Что? Діяльності, пов'язаних із РПЦ церковної чинності. Блаженніший Святослав зустрівся з міністром внутрішніх справ. Тут звуки, які то всі. Як ж мені звук то зробити? Чому звук не зробити? Уважаемые подписчики и гости канала, вы прослушали часть ролика. Полный ролик размещен на нашем Дзен-ресурсе. Ссылка в описании ролика и в комментариях.